метро. Это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар. Но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты... Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Что ты хочешь сделать, Чёрный? Так, Коля. Найти и уничтожить. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженька. Сереженьку моего никто не видел. Привет, Артём. Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Все под контролем. Послушай, что говорят люди. Многие хотят Лёша. Валить со станции. Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Мам, где ты, Леша? Мама. Не хотел тебя. Пойдем, Артём, пойдем. Еще ждать. Что с Алексеем, не знаете? Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Мой брат в лазарете. Вчера. Не знаю, выжил он или нет. В самом пекле оказался. Врач ничего не говорит. А, извините, не узнал. Это опять черные были, да? Все под контролем. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. А, нет. О. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Как раненые? Никаких улучшений. Нет. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. Нет. Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. О, Господи. Нет. Не могу. Не могу. Добраться. Добраться. Не выходит. Нет. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка.
Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают не сразу. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Что, подери? Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хан. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен! Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял?